28 воспитанников кадетской школы выписались из больницы после отравления. В настоящее время 24 ребенка и 16 взрослых продолжают получать лечение. Как выяснилось, острая кишечная инфекция вызвана сальмонеллой. О дальнейшей судьбе учебного заведения, в котором произошел инцидент, рассказала начальник управления образованием округа Виктория Бунтина. Всего из-за массового отравления в кадетской школе на больничной койке оказались 57 детей и 16 взрослых. Это не только педагоги, но и сотрудники пищеблока и представители здравоохранения. Чтобы заняться расследованием несчастного случая, в учебное заведение были вызваны все необходимые спецслужбы. Органы Роспотребнадзора, Минздрава, Следственный комитет, прокуратура, МЧС, а также сотрудники управления образованием. Были взяты необходимые все пробы, смывы. Была осуществлена проверка документов. Часть из них изъята для дальнейшей проверки. По первым анализам был сделан вывод, что острая кишечная инфекция вызвана такой бактерией, как сальмонелла. Местные власти, в свою очередь, предприняли меры, чтобы не допустить подобной ситуации в других учебных заведениях. По поручению Владимира Ружицкого с 15 января началась внеплановая проверка состояния пищеблоков во всех общеобразовательных учреждениях. По словам Виктории Бунтиной, она продолжается до сих пор. Также в этот день было издано распоряжение управления образованием о расследовании несчастного случая. Это массовый несчастный случай. И эта проверка также на сегодня еще продолжается и продлится она в соответствии с законодательством до 29 января. На текущей неделе кадетская школа расторгнет контракт с подрядной организацией. Как только учебное заведение начнет функционировать, в нем будет организовано горячее питание. С выбором нового поставщика пока не определились. Впрочем, для этого есть время. Решением суда деятельность кадетской школы приостановлена на 25 дней. Первые классы мы так и оставили на каникулах, а для детей со 2 по 11 классы организовано дистанционное обучение. Но кадетская школа, возможно, распахнет свои двери перед учениками раньше установленного судом срока. В учебном заведении провели две генеральные уборки с последующей дезинфекцией помещений. Также были взяты контрольные смывы. Если анализы окажутся чистыми, вынужденные каникулы могут сократить. Добавлю, что руководитель кадетской школы Марина Смирнова освобождена от должности. Ее обязанности временно исполняет заместитель директора по безопасности. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.